Итак, продолжение технической темы. Сегодня у нас третья по счету позиция ля минорной гаммы от ноты до. То есть у нас было от ля, пятый лад от си, седьмой лад. Теперь от до, восьмой лад. Значит, принцип игры такой же, с повторами. Начинаем с удара вниз, все переходы со струны на струну на удар вверх. До, ре, ми, фа, соль, ля, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми, фа, соль. Вот. И дальнейший шаг у нас это объединение трех изученных уже позиций. А вот, значит, как это будет выглядеть? Вот, значит, получится, что вторая позиция у нас будет играться наоборот, сверху вниз. Сыграем ее отдельно. Значит, с 12 лада 12, 10, 8. Вторая струна. Третья. 10, 9, 7. 10, 8, 7. Вот, то есть получается, на первой струне у нас происходит соединение, вот, слияние двух позиций. Да, вот. То есть удар вверх, седьмой лад, 7, 8, 10. И вот мы переходим мизинцем, и, собственно, с этой ноты начинается игра второй позиции обратно, сверху вниз. Значит, рекомендую поиграть вот такое упражнение циклично. Значит, со второй струны с удара вниз. 6, 8, 10. Далее удар вверх, первая струна. 7, 8, 10. И уходим в следующую позицию. Удар вниз. 12, 10, 8. И на второй струне с удара вверх. 12, 10, 8. И снова в шестой лад. То есть вертушка, да, циклично. Вот, и, соответственно, вторая позиция, когда мы ее вот доиграли до седьмого лада шестой струны, удар вверх, далее мы переставляем указатель, удар вниз, пошла третья позиция, соответственно, уже снизу вверх, то есть от шестой струны к первой. То есть... Значит, под метроном темп 90, восьмые длительности. Все вместе играем. Триоли. И в завершение секстоли. 4. Вот, и также вторую позицию можно играть в легато.
Ну, теперь уже у нас будет сплошной прием pull-off. Значит, ставим удар на первую ноту из трех, то есть на мизинец. Триоль.